Консенсус в вопросе участия азербайджанской стороны в заседании Межправсовета ЕАЭС нет, заявил глава МИД Армении Арай Вазян, передает канал 13. Ранее в СМИ появилась информация, что страны Евразийского экономического союза обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании Межправсовета ЕАЭС, запланированного в Казани 29-30 апреля. В связи с этим вице-премьер Армении Гер Григорян заявил, что Ереван может не дать согласия на участие азербайджанской делегации в заседании Межправительственного совета ЕАЭС.